Мене звати Лаша, фамілія Варшаломідзе. Я з Грузії, з Батумі, приїхав до України, щоб навчатися, і потім просто залишився і тут живу тут. Коли мені кажуть, де твоя родина і де твоя країна, я кажу, у мене дві країни – Грузія і Україна. Ще з 90-х років ми грузини пам'ятаємо, як вони забрали у нас частину території, до сих пор ці території знаходяться у них. Ще ми тоді розуміли, що довіряти русским не можна, к сожалению. Или, к счастью, я даже уже не знаю, сложно сказать. Но в любом случае, мы всегда знали, кто есть враг. Хочу тут далее жить, и хочешь жить в мире, где не будет война, где на нас не будут нападать соседи, потому что сначала в Грузии напали, да, сейчас в Украине. Я хочу хоть чем-то помочь ребятам, то есть моя даже минимальная помощь или максимальная поможет спасти кому-то жизнь. В свою очередь они смогут выполнить свое дело, и мы можем закончить все это вместе войну. Був такий случай, коли ми забрали батька військового, которого в этот день убили сына. И когда ты осознаешь, из-за кого это происходит, это очень начинает... Ты наполняешься злостью и чувством несправедливости. Это самое сложное — осознать, что в любой момент твоя жизнь может прекратиться. Но ты уже об этом перестаешь думать, когда видишь раненых, и ты понимаешь, что треба допомогти. Слухи есть, какие-то разговоры, что у них совсем другое отношение. Даже были какие-то случаи, что просто оставляют раненых, да, человек истекает кровь, поставляют и идут дальше там, или отступают и так далее. У нас такого нету. У нас боевые медики могут свою жизнь положить, но лишь бы спасти раненых. И это очень сильно отличается. И этим и есть такая большая ценность наших медиков. Каждый из нас, те, кто есть тут и воюет, и помогает, или там, у всех одна мечта – закончить войну. Мы пока что, по крайней мере, я пока еще не думаю, что будет далее. Треба закончить, а там уже все как будет. Я думаю, что будет все добре. Йди в Сакартвелос. Слава Украине. Верьте в ЗСУ, и все будет Украина.